Улица Рождественская – один из новых микрорайонов Анапы. Сегодня здесь большое новоселье. Сразу 8 человек получают собственные квадратные метры от государства. Я хочу поблагодарить губернатора Краснодарского края, который нам очень активно помогал в этом, выделил денежные средства на приобретение этих квартир. Мы до конца года сделаем еще 11 квартир для наших деток, семей. Сегодня мы вручаем 8 ключей. Желаем вам счастья. Всего вам самого хорошего. Это действительно праздник. Я хочу вас от души с этим поздравить. Здоровья, удачи. И, конечно, чтобы вы были хорошие в этих квартирах, крепкие семьи. Самый долгожданный и волнительный момент. Глава Анапы вручает молодым семьям ключи. От переполняющих эмоций новоселы не могут сдержать слез. Мы сегодня получили долгожданные, очень долгожданные ключи от своих квартир, где мы можем действительно построить свои счастливые семьи. Ну не плачь. А вот и заветная дверь в новую жизнь. По традиции, первым в жилье пускают кошку. Людмила Шелест ждала этого момента 4 года. И по ее словам, квартира превзошла все ожидания. Просторная, уютная, с качественным ремонтом, что называется «заходи и живи». Есть все необходимое сантехническое оборудование, кухонная плита, индивидуальное отопление и приборы учета. Такими получают квартиры все дети-сироты. Хочу поблагодарить Юрия Федоровича за предоставленное жилье, конечно, губернатора Краснодарского края. Они очень нам сильно помогли. Органы опеки. Это Вера Юрьевна, благодаря ей. Я знаю, что она очень за нас переживает. Вообще вся их полностью команда. Мы очень рады. Не надеялись даже. Ну, слава Богу, получилось все. Дали квартиру. Крыша над головой есть, остальное теперь будет и от них зависит самих. Первыми гостями в новой квартире семьи Шелест стали глава города Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. За чашкой чая новоселы делятся впечатлениями и планами на жизнь. До этого семья проживала в станице Гастагаевская, там и осталась работа. Теперь, став городскими жителями, впору начать новую жизнь. Глава Анапы обещает поддержку. Давайте, если хотите, резюме дайте свое, отдадим. Другую работу где-то здесь в городе найдем. Так же, как и для семьи Шелест, новая жизнь сегодня началась еще для 7 молодых людей. Реализация госпрограммы «Дети Кубани» продолжится и дальше, пока каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, не получит собственное жилье. Руслан Душевский, Анапа регион.